Между тем, в республике готовится к летней оздоровительной кампании. Вот не очень приятная новость. Временно закрыт детский оздоровительный лагерь «Бригантина» из-за нарушения санитарно-гигиенических стандартов. В водопроводной сети обнаружены бактерии. Только на прошлой неделе в «Бригантине» юноармейцы состязались в силе и ловкости на 49-х играх «Зорница и Орленок». Именно в эти дни в воде обнаружили вредоносные бактерии. Игры завершить не удалось. Чтобы участники не подхватили инфекцию, их пришлось вывести из лагеря. Руководству детского оздоровительного лагеря «Бригантина» выдано предписание об устранении нарушений. Предложено устранить причины загрязнения воды, провести дезинфекцию, промывку водопроводной системы и организовать контрольные исследования качества воды. Я думаю, что крупных аварий на сети в этом лагере нет. Провести дезинфекцию и промывку не занимает много времени и не составляет большого труда и больших денежных вложений. Поэтому при хорошей организации работы вполне можно устранить нарушения и получить соответствующую воду. Как только причины загрязнения устранят, «Бригантина» снова заработает. Успеет ли администрация устранить нарушения до 1 июня, старта оздоровительной кампании? В соответствии с законом о защите прав потребителей мы будем защищать потребителей, которые оплатили свои путевки, чтобы они получили компенсацию соответствующую. Лагерь может отодвинуть срок открытия первой смены. С нашей стороны, в свою очередь, всем руководителям лагерей были даны предложения до открытия лагеря провести все подготовительные мероприятия. В основном эту работу руководители проводят. Что случилось в этом лагере, пока что нам до конца неизвестно, и наши специалисты там продолжают проведение проверок.